Дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои девчонки, я сегодня буду вас знакомить с новым павильоном. Линия 19, павильон 112. Здесь только спортивные костюмы, девчонки, в том числе и большие размеры. И Ирина, и Аля нам расскажет о своем товаре. Линия 19, павильон 112. Спортивные костюмы. Девчонки, здесь очень большая цветовая гамма и размеры. Мы сейчас с девчонками вам продемонстрируем. Ну что, дорогие мои девчонки, вот мы на линии 19, павильон 112. Спортивные костюмы. Как я вам уже сказала, что очень большая цветовая гамма. Посмотрите, какой... цветы бордовые, красные, оранжевые, зеленые. И что здесь интересно, это, конечно, большие размеры. Даже я сейчас, посмотрите, одела большой размер. За кадром Ирина. Ирин, скажи, пожалуйста, а размеры с какого по какой? Вот я... 48 до 56 подходит. До 56 размера, да? Да. Даже вот я одела, и он мне еще большеватый. Смотрите. И расцветок очень много. А какой он теплый, комфортный. Здесь идет штанишки на резиночке. Я, правда, без кроссовок. Кенгуру кармашек. Девчонки, здесь можно еще на размеров пару влезть в него. А сейчас я вас познакомлю с двумя девчонками, красотульками. И они вам расскажут о костюмах. А я пошла за кадр. Ну что, дорогие друзья, знакомьтесь. Новые у нас девчонки. Одну зовут у нас Аля, а в другую Ирина. И сегодня девчонки нам покажут вот такую красоту теплых костюмчиков. Ну что, девчонки, давайте, с каких моделей мы? У вас две модели, я смотрю, разные, правильно? Здравствуйте, дорогие подписчики, дорогие зрители. Хотим предоставить вам, точнее не предоставить, а рассказать о нашем павильоне. Мы находимся на линии 19, павильон 112, торговый комплекс «Садовод». Это 14 километр МКАД. В нашем магазине имеются вот такие спортивные костюмы. Состав ткани флис с начесом. Есть более тонкие. Трехнитка, двухнитка. И вот такие вот красивые яркие цвета. Вот на Ире тоже представлена модель. Это норма. Размеры с 42 по 48. Цвета имеются вот такой пудровый. И кармашек. Покажи, как... Да, красивые такие точные карманы. Точные. Это карманы также есть и на брюках. Угу. Кто знает Пангая, это модель, скопированная из Пангая. Угу. Вот такие оттенки есть. Светло-серый, красивый. Бирюза или Тиффани, еще по-другому мы его называем. Красивый желтый банановый цвет. Угу. Банан. Да? Но здесь пока еще наличие не все цвета. Вообще в цветовой гамме до 10, до 12 оттенков получается в каждой модельке. Угу. Вот на Ире именно эта модель. На мне модель... Более укороченная у тебя, по-моему, да? Она, да, более укороченная получается. Также такие врезные карманы получаются на кофте и на штанах. Вот такая богатая тоже цветовая гамма. А давайте покажем голубой такой Тиффани. Бирюза или что? Как называется? Тиффани. Тиффани или бирюза по-другому можно, угу, сказать. Как кому нравится. А в чем преимущество наших костюмов? Очень хорошая ростовка. То есть есть фабрики, производители, которые отшивают, то есть экономят, допустим, на брюках. Кофта полноценная, большая, а штанишки укороченные. В наших костюмах хорошая ростовка брюк.
И они не зауженные, то есть достаточно широкие, обратите внимание. Хорошая резинка по низу тоже идет. И вообще, ну, на рост на 1,85 м они спокойно садятся, наши модели. Ну, правда, не все. Вот именно эта модельчика, у нее ростовка до 1,65 м. 1,55 м, 1,65 м. А есть модели, которые идут на выше рост. Это вот как я одела. У меня... Это вот как на вас. У меня еще, да, собраны, да, штанишки. Да. Как на вас модель. Вот такая цветовая гамма, смотрите. Это вот эти, да? Да, вот светло-голубой красивый, ой, горчица. Горчица. Такой салат. Кислотный красивый такой цвет. Даже белый у нас очень тоже ярко смотрится, классно. Угу. Кстати, приближается вот осень, зима. Вот у нас такой востребованный цвет белый. Девочки, Новый год! Ближе Новый холода, год да. Стучится! Да-да-да, скоро елка мчится. Поэтому в студию белые и красные. И состав наших костюмов получается ткань 85% хлопка. 85% хлопка, 10% полиэстера и 5% лайкры. Есть составник, все есть. Производство Москва, а ткани у нас турецкие. То есть еще какое преимущество? Они не скатываются, они не садятся при стирке и не растягиваются, и не теряют цвета. Угу. То есть костюмы обалденные. Так что приходите, мы вас очень сильно. Кофе с молоком, синий, черный, вишневый красивый цвет, розовый, желтый. Очень много. А вот это что это за модели? Ну-ка покажите нам ее. Модель, в принципе, похожа на ту, которая на вас, только получается без карманов. Нет спереди кенгуру. Есть карманы, боковые. Но они боковые. Боковые. Вот здесь боковые. Угу. Здесь пока мало расцветочек, только желтый и вот такой ярко-красный. Ну, будут же. Дополнительно мы будем получать. Да, расцветки везде повторяются. Расцветки в наличии постоянно меняются, но они есть. WhatsApp-группа есть, Ирин? Есть. Так что, девочки, в WhatsApp-группу напишу, добавляйтесь, девчонки. И девчонки там вам уже на все вопросы ответят, да? Да. Еще хотела показать. Вот давай костюм покажем. Какой красивый такой цвет прям. В этом костюме, в чем разница между тем, что костюмом, который на вас, здесь рукав идет регламом. На вас костюмчик со спущенным рукавчиком, а здесь рукав реглам. То есть для тех, у кого, допустим, ручки. Да, широкие плечи, да, и полные руки, очень хорошо садится модель. Визуально сужает плечики. И на 185 он подходит. И рост на 1,85 м. Ого, на высокую девочку. Вот да. Такая цветовая гамма тоже. А сколько по цене костюмы? Костюмы стоимостью в розничной получается по 3500 маленькие размеры до 48 и большие до 58 3800. Желтый, терракотовый, бордовый, да? Ой, красный, бордовый, черный. Вот этот прям, кислотный, ну-ка, красивый, кислотный коровый такой. Ага. Достаньте, покажем. Посмотрите, девчонки, какой яркий, насыщенный цвет. И самый большой размер в павильоне? 58-й, даже 60-й. Есть, да? Да. Есть. Угу. У тебя тоже цвет красивый. Осень-осень оранжевая. Так. Аль... Я хочу, вот, чтобы ты показала вот это. Что это за курточки это или что это? Это толстовочки на молнии. Размеры идут в норме до 48-го. Это для тех, кто хочет просто вот отдельно толстовочку или худи, как правильно она называется. Потому что не все хотят полностью костюм, а именно отдельно верх. Такая толстовочка, она стоит 1500. А расцветки только такие? Нет, расцветки есть дополнительные. Есть горчица, и там у нас еще на улице представлено, когда вы заходили. Угу. Наверное, обратили внимание. Да, да. Тоже да. 6-7 расцветок в этой моделечке отдельно. Есть также костюмы на лето. Шорты. На лето, да, кто собирается. Или вот сейчас кто-то едет на отдых с шортиками. Есть с длинным рукавчиком худи, есть футболочки вот такие с коротким рукавчиком. Также дополнительные расцветки. Они есть, эти модели с капюшоном, есть без капюшона, с коротким рукавом и вот с длинным. А в какую цену они? Сейчас на них действуют скидки. Они у нас по 2000. Девчонки, пока есть скидки, бегите. Можно и на следующее лето, чтобы купить, закупить, да? Сэкономить бюджет. Так, а вот эти вот что за костюмчики вот идут со штанишками, а да? Это костюмы, да, идут с капюшоном. Укороченная такая получается кофта. И штаны палаццо, клешенные. А, да, девочки любят. Это двухнитка тоже. Сезон получается весна-лето. Угу. И сколько по цене они? Стоимость они у нас 3000 рублей. Ну вот, достали мы этот костюмчик. Сезон весна-лето. Такая укороченная кофточка получается на кулиске. Кулиску можно ослабить, кофта будет свободнее садиться. Она с капюшоном, есть цветовые оттенки дополнительные. И вот такие штанишки к нему палаццо с карманами точными, тоже врезными.
клешонная тоже. А получается, на какой рост ее его тоже можно одеть? На 1,80 м как минимум. А у тебя какой рост? Хороший. У меня маленький рост, 1,65 м. Ну, даже если я сейчас у меня спросят просто. Я его отрежу. Ирина, у тебя какой рост? 160. 160. Вы у меня кнопочки. Меня такая же, как 65. Я. Я 1,61 м. Так, а какие еще модельки есть? Здесь давай вот из теплых. Вот тройки из тонких. А, вот тоненькие. А, для троечки. Фитнеса можно на девочек. Штанишки, топ, кофточки. Тоже есть расцветки. Есть разные, да? Большие размеры. А они в какую цену? 2-3 нитки. 3000 тонкие. 3000, ага. Это у нас сейчас с капюшончиком. Здесь есть короткие, есть длинные, да? Вот это большие, да, размеры? Да, да, да. Угу. Посмотрите, девчонки, какая цветовая гамма. Яркие. Даже в серых тонах есть. Тоже. Так, а что еще у нас есть из костюмов? Уже имеется в наличии и ткань 3 нитки без флиса, вот такого плана. Есть расцветки, на данный момент они у нас по скидке 3000. И цвета остались, девочки, спешите. Салатовый. Ой. Такой какой-то болотный или не болотный, такой Батонный хаки. Хаки. Сиреневый, есть красный. Есть вот такой вот у нас бежевый. Ой, я закрутилась. Бежевый. Так, чуть-чуть вот подальше вот можно его, чтобы видно было, ага? Во-во-во. Здесь во. Удлиненная кофта. Вот такой вот кирпичный. Угу. А размеры, девчонки, уточняйте в WhatsApp-группе. Размеры 42 до 48 норма. Угу. Есть вот, такой вот еще красивый вот такой яркий. Удлиненная кофта. Угу. Тоже красивый цвет. Так, девочки, Тамара уже показала, есть в наличии костюмы 2 нитки тонкие, облегченные, оверсайз, очень большая цветовая гамма. Смотрите, девчонки, желтый, подходит голубой. На любой размер, да, любой размер, любой рост. Можно одеть и на худеньких, и на полненьких. Но также модели повторяются, есть маленькие. Вот, например, маленький размерчик на маленький рост, есть на большой рост. Все повторяются, вот. Расцветок очень много. Под любое настроение и также, девочки, на любую погоду выбирайте. Фукси. Смотрите, сейчас осень, очень красивая. Когда жарко, оденьте голубой, сиреневый, пудра, серый, кофе с молоком, темно-серый и белый цвет. Посмотрите, какая цветовая гамма. И также цветовая гамма... Угу, давайте покажем. Здесь более удлиненные кофты. А давай покажем. До 58-го подходят. До 58-го, девчонки, да, на резинке. Так, расцветки повторяются. Угу. И сиреневый. Расцветки, вот, а давай вот так. Внимание на штанишки, на рост. Ой, какие они высокие. То есть полноценные, да. Давай, мята, белый, голубой, сиреневый. Салатовый. Девчонки, спрашивайте, пишите, какие вам размеры. Кофе с молоком. Желтый. Такой морковный красивый. Молочный. Красный, страстный. Это вот как двунитка, трехнитка. Две нитки. А это уже, конечно, мы, которые показывали, вот как на мне. Тоже. Еще раз повторюсь, какие цвета. Посмотрите, какой он плотный. Флис. Девчонки. Плотный-плотный. Все аккуратненько прошито. Никаких ниток не торчит. Вот очень красивый цвет. Хочу, чтобы вы показали вот этот. Потому что на него очень многие обращают внимание сейчас. Я смотрю, камеру даже отключаю. Все на этот цвет смотрят. И вот этот цвет. Покажите нам. Цвета, посмотрите. Осень-осень. И вот этот вот очень оливка. Такой красивый цвет. Еще да? Обратите внимание на качество швов. Двойные швы, капюшон да. Двойной, то есть получается, есть модели, где вот, ну, производители, которые отшивают одинарные капюшоны, у нас они двойные, плотные, теплые и очень качественные швы. Качественная резинка, они, получается, не вытягиваются, все качественно пошито и хороший плотный флис. Угу. Также сейчас я покажу салатовый, белый, кофе с молоком, синий, черный. Очень красивый такой вишневый цвет, розовый цвет, желтый цвет, прям яркий, оранжевый, посмотрите, цвет, прям и голубой. Ну и, конечно, на Тамаре шик синий.
Мята вот такой тоже висит, очень интересный костюм. Давайте я еще раз покажу, какой цвет на вас, да, красивый. Держи, моя звезда. Ну что, друзья, вот такой цвет насыщенный. Видите, здесь очень длинные штанишки еще. Если с коротким ростом, я сегодня не в кроссовках, не в спортивке, ничего, да? Я вот так сегодня вырядилась, непонятно как. Ну, извините, спонтанно бывает еще лучше. Вот. А так под кроссовочки какие-нибудь. Сейчас уже холодно. И какую-нибудь сверху жилеточку. И пошли на природу, на спорт. Ну что, дорогие мои друзья, ну мы вот на такой ноте сейчас и заканчиваем. Как начали свое видео, так и заканчиваем. С Тамарой Шик. Ой, как мне в нем тепленько. Прям и вообще, я не знаю. Приходите, девчонки, на линию 19, павильон 112. К девчонкам Аля и Ирина. Но я не говорю до свидания, говорю вам до новых встреч. И подписывайтесь на WhatsApp-группу и в группу ВКонтакте. Все, люблю, целую, ваша Шик.